Всем привет! Вы на канале ESU Games. И мы проходим игру Wolfenstein Return to Castle. Как вы видите... Йо! Ха! Это был баг! Ёшкин свет, я погиб! Твою ж медь! Я погиб! Как я погиб? Я просто подошел сюда. Стал так. Ладно, сердце. Мы проходим прохождение Wolfenstein Return to Castle. Наше задание немножечко поменялось. Мы должны встретиться с таким же агентом, как мы. Да, мы должны встретиться с таким же агентом, как мы. Эту фигню мы включили, чтобы призвать сюда... Вот это, как это называется? Я забыл, как она называется. Короче. Вот, эта фигня едет. Я забыл, как она называется. Мне очень стыдно. Мне стыдно. Сейчас немножечко стыдно, что я забыл, как называется. А мы без билетов. Без билетиков. Без билетных не пропускаем. Без билетиков не пропускаем. О, да. Да, да, ладно, продвигаемся дальше. У нас задание найти агента. Мы должны будем найти агента. Агента должны будем найти. Да, я попал. Да, ладно. Хватит дурачиться. Будем наш МП-40. МП-40, короче, мы пришвартовали, здесь нас ожидает инженер, он совсем девственник. Это был баян, если что. Я чуть не умер. Да. Нам сюда. Это вот сюда. Берем вот это. А вы знаете, что это такое, дети? Вы готовы, дети? Я не слышу. Черт. Какого фига? What the fuck? Блин. Нелепый фейл. Ай, блин. Ладно, идем дальше. Нелепая смерть. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Двигаемся дальше. Наш один Господович умер нелепой смерти. Здесь приехали к нам без билетики. Тихо. Мы будем нападать в стелс-режиме. Я ниндзя. Я невидимый. Я самурай. Где эта тварь? Ой, блин. Ай, ну вообще. Да, блин, убери ты эту штуку. Во! Твою машину. Ты, да. Все. Черт.
Я не слышу. Все. Ну, мы это сделали. Засейвимся, что ли? Так будет более как бы это самое. Возьмем наш традиционный MP40. Оп! Йо, вы это видели? Я чуть не грохнулся. Ой, не та кнопочка. Засейвимся. Перезарядимся. Возьмем винтовку, по нам уже пуляют, да. Все, готов. Так, ладно. Готов. Готов. Ай, я чёрт, ты не живешь. Блин, сволочь, скотина, тварь. Гранаты, малая птичка, еще птичка. Ладно, идем дальше, не будем задерживаться. Кто-то дожидает. Где такой? Слышь. Получай, лови на смену. Это 16 хп, да что же я буду делать? Засейвимся, а? Уже как-нибудь пройду уже эту миссию, что ли? Так, стойте, стойте. Да. Так. О, а чё он засейвился точно? Да, мне кажется, что-то тут не так. Так, всё. Все вожу, все жестко, как мы любим. Здесь мы можем подобрать их оружие. У нас уже все по максимуму. Так, тоже. Оп. Так, возьмем традиционный MP40. Я думаю, так будет намного лучше. Тихо!
сволочь. Я думаю, нас все хватит. Ой, не важно. Выключили немцы, еще важно. Оп, моп. Оп. Еее, русские данные. Станция, ответьте. Станция, что происходит? Да, говорит лейтенант Ругер. Ситуация под контролем. А американец? Мертв. Отлично, станция в деревне, связь закончила. Это, кажись, наш второй агент. Ай, вы любите выводить мои нервы. На, получи. Так, выбьем, не знаю, что это, похоже на чай. Так, и вот, собственно, мы закончили миссию. Это как бы уже типа конец. Ну, вот этой миссии, то есть я не имею в виду все игры. Не стреляй, я Кеслер. О, ну все, сейчас посмотрим. Следуй за мной, мы должны войти в деревню. И вот так, как-то вот так. Тут вы сами прочитаете, ну, по традиции. Я ничего не буду говорить. Ох, как здесь холодно. Похоже, будет холоднее, чем в прошлую ночь. Я надеюсь, раздобудем что-нибудь тепленькое. Надеюсь, у нас скоро будет горячая вода. Я не мылся уже 2 недели. Да, я знаю, знаю. Какой он не есть, но это мой дом. Вниз по ступенькам вы найдете черный вход в кафе. Я понял. Как гостеприимно с твоей стороны. Спасибо большое. Я не могу сопровождать вас дальше в моем состоянии. Вы должны торопиться. Серьезно? Группа Хельги ведет раскопки на кладбище около города. Вход в склеп находится там. Удачи. И ты типа не пойдешь, да, со мной? Ну, на этом все. Я закончу свое видео, видеозапись. Думаю, вам понравилось мое прохождение этой части. Как-то вот так. И смотрите на следующее видео. И там мы должны будем пробраться в склеп, и там будет все самое интересное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. И пока-пока.